когда эта хрень только появилась, тёлки так и лезли. Дай посмотреть айфон, дай мне поиграть с ним, дай мне засунуть его в зад, дай пососать его. А потом однажды меня достали все эти просьбы. Ну ты понимаешь, да? Я отдал одной девице засунуть его прямо в зад. Врачи его 12 часов вытаскивали. И знаешь что? Он продолжал работать.